Традиционный японский нож Икиючи Макири. Довольно интересная вариация средних размеров разделочного ножа. Общая длина 246 мм, длина клинка 135 мм. Данный ножик до сих пор имеет огромную популярность в Японии среди рыбаков при первичной разделке рыбы. Сталь в данном случае используется высокоуглеродистая широгами. Рукоять ножа выполнена из магнолии, точно так же, как и его деревянные ножны. Строй клинка довольно интересен. Это выпуклая линза с одной стороны и вогнутая со стамесочной заточкой с другой, что добавляет ему хороших режущих свойств.